Пьяный мужчина проник в морг и порезал 4 трупа. На допросе он оправдывался, что взялся за скальпель из-за страха. Мне показалось, серьезно, что они ходят, встают. Мне страшно. Порезал, короче, ножом. В смысле, там ножи лежали у них. Я очень сильно пьяный был. А ты сколько выпил? Да очень много, я просто целый день пил, я не знаю, очень много выпил. А что, водка? Я все, короче, пил водку, пиво, вино, все вместе, все подряд. Все случилось в поселке Курагино в 370 километрах от Красноярска. 32-летний местный житель искал место для ночлега. Он взломал дверь морга, попал внутрь и повредил тела 4 умерших, 3 мужчин и женщины. О ЧП в полицию сообщил персонал, когда увидел следы взлома. Подозреваемый задержан, он до этого не был судим, но теперь, похоже, будет. Следователи завели дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». За это грозит штраф всего лишь до 40 тысяч рублей или арест до 3 месяцев. Эксперты проверяют психическое состояние задержанного.